Ой, здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Сегодня, кстати, у нас четверг. Мы вот тут вот сидим на кухне с Маней. Маня там своими делами занимается, короче говоря, птичка. Как бы поймать ей птичку, сестричку, вот. Ну, а у нас, как говорится, новость номер один. Это ж мой язык, друзья. Что ха-ха, чё хи-хи. Осень наступила, друзья мои. Опята пошли. А и опята надо в лесу пойти собрать, да. Вот. Птичке нужно. Да, друзья мои. Птичке нужно много новостей и юмора, друзья. А шанс, как говорится, упущен и запущен, друзья мои. Вот. Мы вчера о чем-то говорили. Мы танцевали вчера, пели песни, пляски были. Что ж нам делать? Даже прям устал. Вот я вам встаю, вот весь в поту. Весь не могу. А там кошка смотрит, птичек. Птичек она там смотрит, да. Голубев. Тут там некоторые упырьки лазят. Господи, прости, господи. Чё милю? Боже. Тут подумает, такой для контента. Для контента все можно, милый. Такая вот свистопрясочка, подождите. Дальше продолжим, друзья мои. Так вот, как моя кошка смотрит, говорит: Сережа, хватит уже всех матросить. Хватит. Поматросил и надо бросить. Я не подмигиваю, друзья мои. У меня нервный тик, это мой подмиг. Ой, бля, прости, господи, у вас какой фирменный подмиг, а? Как это в одном, то есть вот у Коли, да, на канале есть, у Коли, новый, то есть у Гранда Ника, вот. Там пишут ему в комментариях: подмигни, пожалуйста, подмигни. Он так подмигивает еще. Ну, не буду говорить. Да, подмигивает. А вдруг это мужчина там просит, чтобы его подмигнул. А он читает, то есть там читает, вот там Альфина. Как ее там, Бульба-Мульба, или как там, Чика-Чика. Вот. А вдруг это мужчины? Так значит, милые мои, это, как говорится, полный маразм крепчает, да, друзья? Вот. Вот такой, друзья мои, хандыхох получился у меня сегодня. Просто обо всем поговорили, о птичках и от фирменных подмигах, вот так, например. Это не подмиг. Это не подмиг, друзья. Не подмиг. Это не подмиг. Нет, ни в коем случае. Это не подмиг, а фирменный этот, как его, нервный тик. Песенка такая. Это не подмиг, это не подмиг, а просто нервный тик. Ой, я шакошку-то помыл, друзья. Видите, такой чистенько. Даже рябину видно, какая рябина красивая, друзья мои. Ну да ладно, что-то я наговорил. Боже ты мой. Ой, ладно. Милые мои, продолжение следует.
вести из дурдома. Все. Там кто-то мне сказал вести. Или просто дурдом, как назвать, не знаю, как рубрику-то назвать. Напишите свои комментарии. Вести из дурдома или любовь номер один, любовь номер два. Или все начинается, у артистов начинается с вешалки, а у больных с гвоздика, из больничной койки. Вот так вот. Ой, ну ладно, что-то я там наговорю. Хочу вам птичек показать. Сейчас покажу птичку. Вон они, друзья мои. Птички-голубки. И вот она, моя дорогая кошка. Кошечка, кошечка, кошечка. Кошечка, кошечка, кошечка. Подмигните мне, подмигни. А там вон синичка сидит. Ой, что-то... Давай фокус, не теряйся. А где-то синичка, где-то та белка. Что же это белочки наши не сидится? Где-то там стрелка, друзья. Вот птичка прилетела, птичка улетела. Как анекдот. Птичка прилетела. Ой, и улетела. Друзья мои, милые мои. Ладно. Что-то я большую тут эту, как говорится, видео большое делаю, друзья мои, сильно. Осень у нас, милые, уже. Все, милые мои, все, пока-пока. Люблю вас, целую, обнимаю. Картинка Репина нарисую. Все, пока.